Этой ночью на хорватско-словенскую границу прибыл очередной поезд с беженцами. На этот раз около 2000 человек. Людей собирались разместить в приграничном городке Трновец, но сотни беженцев решили сразу отправиться в сторону Словении. Путь им преградили полицейские. Еще 2000 переселенцев в эти минуты находятся на сербско-хорватской границе. Все они собираются отправиться в Загреб, а затем в Любляну. Сейчас власти Сербии, Хорватии и Словении решают, что делать с беженцами. Любляна готова пропускать не более 2500 человек в день. То есть только половину прибывающих переселенцев. Миграционная ситуация обострилась после того, как Венгрия перекрыла свои границы, и весь поток переселенцев устремился в Сербию и Хорватию. Между тем, не самая привлекательная для переселенцев Финляндия скоро достигнет предела возможностей по приему беженцев. А печальной для Хельсинки статистики заявил глава МИД Тимо Сойни. Он добавил, что не все государства ЕС готовы выполнять принятую систему квот.